В России предложили создать для туристов новую услугу. Она называется «Друг на день». Об этом пишет российская газета. По словам автора инициативы, эта услуга особенно важна для тех, кто самостоятельно организует отдых, не пользуясь услугами турфирм. Подразумевается, что «Друг на день» будет рассказывать о новых для туристов местах в индивидуальном формате, то есть по запросам окружающих знакомить их с историей, интересными фактами, показывать атмосферные уголки, сопровождать на шопинге. При этом цены на такие услуги будут выше, чем у обычных гидов, утверждают эксперты. Ведь друг на день должен быть не только профессионалом, но и знать основы психологии и гостеприимства. Экскурсия – это такое действие, это досуг. Это досуг, это не то, что какое-то образовательное мероприятие. Такой приятельский формат – то, что и хочется, в общем-то, отдыхающим. Приехать туда, где их встретят там хорошие, добрые знакомые и в комфортном всем формате проведет, познакомит с местом.